Сколько по времени? 15 издеваетесь. Подожди, я уже вижу здесь ребята. Неактивированный экшен. Так, Наталья Фокс. Это что, Mortal Kombat у тебя там, что ли? Sub-Zero был? Ой. Яролика. Яролика, наверное. Это именно. Слишком громкая музыка. Свиней режет. Фермер. Уже 3 года, как я приезжаю в одно и то же село под названием Тарь. Здесь я встречаюсь со своими друзьями, мы вместе гуляем, помогаем жителям, собираем огороды, ходим на пляж. Но это лето было особенным, а каким, вы узнаете прямо сейчас. Доброе утро, мам. Доброе утро. Привет, внучья. Привет, бабушка. Не могли бы вы мне помочь? Хорошо, а с чем? Вы можете собрать мне огород? Да, конечно. Ну, видишь, тут как бы не озвучивать, я сказала то, что в принципе тоже можно как бы писать текстом, но это скучнее, сразу говорю. И оценки будут, конечно же, не. О, Ната, привет! Привет! Сабзира, реально. Как у тебя дела? Нормально. Вы поможете мне собрать огород у бабушки? Да, конечно. Да, только мне нужно за своей мотыгой сгонять, хорошо? Мотыга. Блин, на самом деле, вот микрофон у нее не такой уж и плохой. Сделать бы его погромче как-то, или может мы просто погромче? Вот у парня вообще, ужасный микрофон. Это маска у него вообще-то здесь, маска, поэтому так. А где мотыга у нас? Бабушка просто игнорит. Какая мотыга, думаешь, чего? Куда почему, пошла? Почему мотыга на кухне вообще? Деревню все-таки. И что? Пойдемте. Только не говори, что вы сейчас будете просто сажать пшеницу, пожалуйста. Нет. Они ее будут выкапывать сейчас. Мотыгой? Вроде бы. Нет. А что? Ну, видишь, она семена взяла. Блин, ребят, ну серьезно, что ли? Вот, видишь, выкапывают. Это картошка. Mm-hmm. Собирают? Ну, ее рукой можно собирать? Пока не соваться. Ну, сейчас, может, мы спустимся? Нашли какой-то ход. Давайте дай сначала дело доделаем, а то, что бабушка обидится. Ну, окей, не давайте. Так, ладно, вот они делают дело. Дошли в эту тайную комнату, а там тюрьма для хоббита. Куда ты сел? Встань. А что? А что это за дверь? Какой-то... Опа! Тут дверь, там... Обалдеть! Люди, во что мы ввязались? Может, кому-то скажем? Да ну... Вася, не паникуй! Нашли тайный проход там... под деревней. Тут деньги! Люди, там деньги! Я сейчас за ловом сбегу! Сейчас за ловом сбегу. А как открыть? В смысле, а реально? Ну, неоткрываемая. Люди. Я сейчас ломом вырву. Знаешь, у него такой звук. Звук такой, когда видосы раньше, помнишь, старые были там? Да, да. А я думал, сова, вот эти старые видосики. Подавите тока! Подавите тока, я сейчас ее сломаю. Я тебя сломаю, придурок. Дверь не сделал. Я тебя сломаю. Мы же не взяли с собой ничего, как люди-люк. Ну, ребят, опять как-то скучновато, если честно. Что-то стоите, дверь дергаете. Короче, в тюрьму они попали. Нашли проход в тюрьму. Мне кажется, ли он движется. Люди, и сейчас... Это сын нашего главы. Ё-моё. Он, походу, молчит, тоже не разговаривает, да? Офигеть. Что, будешь смотреть? Нет. И все понятно, ребята нашли тюрьму, в которой прятали пропавших людей, короче. Короче, давай оценки тогда. От меня. Ой, ребята, о, как хорошо. Ой, ребята. В общем, качество картинки. Знаю. Картинка мне нравится. Как бы Настя сейчас на меня не ругалась, ставьте 4 от меня за картинки. За картинки? Нормальная картинка. Ты типа знаешь, не она неплохая. Во-первых, экшен не активирован. Что это как вообще? Так? Вот, видишь программу. Я первоначально вообще, наверное, сначала его снимала с экшен. Экшен — моя самая первая программа, через которую я снимала видосы. И тоже сначала снимала с неактивированной. Это вместо OBS, типа? Да. Вот. Но, ребят, ну куда? Это никуда не годится. Это надо исправлять. Да.
Я ставлю четверочку. Я ставлю тройку. А я подставлю за тебя. Хорошо. Вот, был бы шейдером, был бы лучше. Но не лагает, это хорошо, да. Звук. Мне понравилось. У девочки неплохое качество микрофона, но у пацана вообще. Нормально. Из 2010-го. Я поэтому ты что, серьезно? Мне понравилось, я поставлю 4. Во-первых, там не одна девочка задействована, а несколько. Нет. И у обеих нормальный звук. Дальше сюжет. Сюжет, ну, тройку я поставлю, конечно. Так, я качество... Так, сюжет тройку? Блин, нет, я за сюжет поставлю двойку. Мне что-то прям вообще супер скучно. Актерское мастерство, ну, типа, пацан там поорал немножечко. За пацана вообще респект, да. Да, хорошо, ладно. Тройку давай... от меня поставь. Тройку. Хорошо, я тоже поставлю тройку. За качество звука я, наверное, все-таки поставлю двоечку. Потому что у парня супер плохой микрофон. Так, тут у нас уже и... А, это, кстати, «Однажды летом» назывался. Space. Я надеюсь, Space нам что-нибудь интересное покажет. А, кстати, кто снимал прошлый мультик? Мы не озвучили. Тот, который мы ставили оценки. Это Наталья Фокс, я сказала. Наталья Фокс, хорошо. А, это у нас Space, человек, который делает мне интро для мультиков. Вот, надеюсь, то, что он сделает что-нибудь интересное. Приступаем. Добро пожаловать в детский лагерь. Называется «Следствие ведут дураки». И да, это не обычный лагерь, это гангста-лагерь. Гейнста. Что же тут делают? Как и в обычном лагере, дети здесь играют, отдыхают и просто круто проводят время. О, кстати, это я, Херлок Шомс. Херлок, а это мой помощник, Вактор Дотсон. Он всегда молчит, но у него безупречный. И нас позвали исследовать одно дело. У одного мальчика пропал пистолет. Не знаю, почему вызвали именно нас на такое дело, ведь что страшного в потере игрушечного пистолета? Здравствуйте, Майк. Вы вожатый того мальчика, у которого пропал пистолет? Да, да, здравствуйте, это я. Вы, если не ошибаюсь, Херлок? Да, все верно. Так почему же вы именно нас позвали на расследование такого пустякового дела? Поиск игрушечного пистолета, вы серьезно? Ну, вы, скорее всего, неправильно поняли. Пропал настоящий пистолет. Когда я возвращался с детьми... Че ты смеешься? Там кто-то бродит на заднем фоне, что-то дверь открыл, пошел куда-то. Нет, живой мир — это клево. После полигона... А это NPC-шки, возможно, типа? Мы его не обнаружили. Вактор, дело приобретает неожиданный поворот. Майк, вы разрешите нам войти? Да, да, конечно, пройдемте сразу в корпус. Я вам там все расскажу. Отлично. Мы пока идем, может быть, вы расскажете? У вас вообще часто такие случаи случаются? Потери пистолетов, может быть, гранаты еще теряли здесь? Да, и гранаты теряли. Лучше смотрите под ноги. Вдруг заметите. Это шутка. Первый случай. Поэтому пригласили сразу профессионалов своего дела. Мистер Херлок, мистер Вактор, присаживайтесь. Спасибо, я постою. Вактор, присаживайся. Майк, давай уже перейдем наконец-то к делу. Да. В общем, смотрите. Обычно все пистолеты лежат в той комнате, в сейфе. Пойдемте, покажу. Да, пойдемте. Вот. Как вы видите, отлично. Одного не хватает. Так, понятно. Да, нужно копать с простого. А скажите, кто последний раз видел его? Не знаю, сейчас пойду спрошу. В столовой дети, я пойду. Хорошо, понял. Вактор, хватит здесь стоять. Дело-то не почему из столовый пистолет? Да не столовый пистолет. Нет, он такой говорит, пойду в столовую спрошу. У детей спросят. А что, дети вообще... Типа дети знают... А, это же гэнст-лагерь, прошу прощения. Вообще думаешь на этот счет? Что? Морковка? Давай без своих извращений. Что ты? Зачем ты мне её даёшь? Куда он тебе сунул? Так, в ней дырка. А чего ты сразу-то не сказал? Ты гений! Там так, патроны. Так, ты можешь мне сказать, где ты её взял? Здесь? Так, давай рассуждать логически. Как он так сделал морковку с дыркой? Чё? Ерор просто. Это что, есть мод на морковку с дыркой? Дырка не была на морковке. Дырка на морковке отображается только здесь. Здесь, ну смотри, вот картинка вот так меняется. Раз она с смотри, дыркой, то видишь? Это может он значить шевелит, только одно. Он же не может постоянно как-то вырезать это все. Вот здесь тоже видно то, что она с дыркой. Кто-то из чего-то в нее видно. Выстрелил. Из окна. А так, а при чем здесь окно? Ты думаешь, что морковку подбросили из окна? Так, там же будка охранника, точно. Надо наведаться к нему. Пошли. На самом деле, эту морковку просто кто-то прокусил, да, я так понимаю.
Наверное. В общем-то, господа, я не нашел ребенка, который видел этот пистолет в последний раз. Гэнстер-лагерь, это что, тюрьма? Я вообще никак не могу осмыслить. Гэнстер-лагерь. Вактор Додсон хочет узнать у вашего охранника, спросить по поводу, собственно, морковки, которую он нашел. Проведете нам в его будку? Да, да, конечно, пройдемте за мной. Он очень хороший человек, очень отзывчивый. Очень нехороший? Хороший. Конечно. Понял. Вактор, разбудите человека. Доброе утро. Зайцы нападают. Какие зайцы? Зайцевидные. Не задавайтесь глубоко в этот вопрос. Нас интересует вот эта морковка. Что вы скажете о дырке в ней? Видимо, заяц прогрыз. Мистер Вактор, у товарища Смоука извилины шевелятся в голове. Почему ты сам не мог до этого догадаться? Биг Смоук. Поставил всех в ступор. Товарищ Смоук, возможно, вы видели, какой заяц ее подкинул в окно корпуса? Да, скажу, белый. Точно белый? Да, белый-белый. Может быть, вы мне еще и скажете... Это он спер ствол. 100 пудов. Это он. Что за часть стоит у вас на столе? Скажу, черный с чебрецом. Каким еще чебрецом? You stupid man, understand me? Стенд? Пройдите туда, там будет стенд. Вактор, в общем, мы не сварим каши здесь. Пойдемте к окну расследовать сами. Если хотите кушать, столовая вон там. Да-да-да, спасибо. Скажите, Майк, как вам вообще живется такой охраной? Вы не переживаете никак за лагерь? Похоже, что я переживаю. Это гангстер-лагерь. Тут у каждого ребенка по стволу, а у охранника дубинка. Потому что нельзя применять какую-либо силу. Вот и все стало ясно. Охраннику просто было скучно. Точнее, ему было обидно то, потому что у него нет ствола. А у всех детей есть. Вы еще хотите знать ответ, переживаю ли я? Ладно. У меня другой вопрос. Что он делал со своей дубинкой? Пишите в комментариях. Ладно. Ход следствия, в общем-то, никак не просвечивается. Все только сложнее и сложнее становится. Нужно посмотреть в окно, может быть, что-то станет ясно. Но чисто теоретически, если верить охраннику, то заяц мог сюда закинуть морковку. Херлок, в своем уме? Какой заяц? Ну, мне нужно откидывать теорию, которая имеет место быть. Стоп. А куда пропал Вактор? Вактор, это что, земля? Что, я не понимаю. Что, копать? Что ты имеешь в виду? Объясни поподробнее. Так, нужно идти с тобой. А, точно, здесь же следы. Майк, смотри, нужно идти по ним. Какие еще следы? Тут ничего нет. Да, ну, в Майнкрафте нет следов. Нужно просто идти по ним. Не путай ход следствия. Бежим за мистером Вактором. Вактор, вы потрясны. Вы нашли пистолет. Как вам это удалось? Ну что же, пропажа найдена. Осталось выяснить, кто же это сделал. Ты думаешь, это тот, кто живет в этой норе? Ну, давай реально заяц будешь, что? Серьезно. А здесь, похоже, что-то логово. Не хочешь ли ты сказать все-таки, что это были зайцы? Так, я тоже думаю, что это не они. А кто тогда? Давай-ка посмотрим сундуки. Так, здесь земля. Земля и здесь кроты. Тоже земля. Это крайне странно. Может быть, посмотрим, что... Вактор, что здесь? Что это за туннель? Опа! Здравствуйте, вы пришли за землей. Вактор, ну нахрен, валим отсюда, быстро, быстро валим. Здравствуйте, вы пришли за землей. Нормально. Валим отсюда. Это тот валим, самый крот из того проход, мультика. Проход, чтобы... Да, помнишь да, мультик да. Вот этот, польский вроде бы он был, да? Клёво. Все, валим отсюда. Вот это... А, стоп. Такой мистер... Ты такой мистер Хэллок, мистер... Ну, понятно, неудачно думаю. Да, там... Да.
Ну, нормально снято. Это было весело. Короче, мне понравилось. Я ставлю четверки везде. Ну, как? В смысле везде четверки? А даже пятерки не поставишь? Ну, блин, если сейчас везде поставлю четверки, чувак выиграет автоматически в любом случае. Вообще, нам не обязательно. Мы можем просто ребятам показывать критерии. Нам не обязательно выбирать победителя по этим критериям. Да, мы не будем выбирать победителя. Мы просто вот это вот сейчас камеру поднесем, то, что мы поставили. Ну, чтобы они заскринили, посмотрели, кто какие оценки. Чего? И всё. Я все это на экране выведу, Стас. Я же тебе сказала уже. А, ну да, все ладно, все нормально. Заскринили. Ну, забей. Так, качество картинки от меня 4. Чего? Тут все классно, с шейдерами, без лагов. Мистер Вахтер, присаживайтесь. Хорошо, ладно, ставим 5, все, 5, 5, 5, везде 5. А что ты свое мнение достаточно? Вот именно, потому что ты тут мне поддакиваешь, бабукиваешь. Нет, ты просто ты... Что хочу, то и ставлю, все. Нет, стой, Стас, ты просто должен понимать, а куда лучше-то, типа, если, ну, типа, если есть шейдеры, если... Не, ну, нормальный FPS. Куда лучше? Ну, ты хотя бы проговаривай. 4, я за сюжет поставлю 4, потому что все-таки хотелось бы то, чтобы там черные украли. Конечно, хотелось бы, чтобы тема Гейнста лагеря была более развернута. Что-нибудь про нее услышать хотелось бы. Вот, актерское мастерство. Доктор, как он там, Вардстон. Вардстон там был? Херсон. Херсон. Доктор Херсон и... Вардстон? Вардстон. Вроде так, короче. Тут плевать. Вот, и, ну, короче, им респект, вот, мне понравилось. Ну, Крот вообще отыграл хорошо. Все. 5-5-4-5. Так, качество картинки. Ну, Настя сейчас все поставит. 5? Нет, нет. Качество звука тоже, в принципе, все хорошо. Я бы тоже, на самом деле... за сюжет поставила бы 4, и актерское мастерство, в принципе, тоже, да, тоже 5. Окей, хорошо, что у нас тут осталось? А, это у нас малая МСП, так, давай-ка. Так, и называется «Лагерь Заря», короткометражный фильм. Так, качество 480. Очень плохо. Там-та-та-та-там. Дети, просыпайтесь. Ну, ясно. Можно еще 5 минуточек поспать. Ну, ребят, как бы... Нет. Я думаю, вы все понимаете без слов. То, что вот такое билеты, смотреть... Вы едете очень жить. Тяжело. Очень но тяжело. Спасибо за то, что ты старалась. Да, то, что ты... Я не знаю, может быть, у тебя там сюжет реально классный. А мы... Где же можно на Ютубе сделать прокрутку? Но... То есть это да скорость, даже скорость. Все равно, так... Давай мы увеличим скорость и посмотрим, может быть. Давай 1.75 поставим. Лагерь. Какой еще лагерь? Вот. Лагерь. Почему они такие дорогие? Ничего не знаю, поедете. Ладно. Ладно. Опять ну? Дети не хотят в лагерь ехать. Тупо, как у меня сюжет, блин. Хотя нет, я хотела. Все, удачи вам. Пока. Мы уже приедем. Ты случайно не знаешь? О, смотри. Да, смотри. Кстати, походу мы уже приехали. Пойдем, быстрее. Пойдем. Здравствуйте, дети. Вы попали в лагерь Заря. Я думаю, вы от души повеселитесь, а сейчас по домикам. Хорошо. Маш, ты случайно не знаешь, так, какой побежали. У нас домик? Нам сказали домик номер 3. Хорошо, побежали. Мне здесь больше лагеря нравится, чем в других мультиках. Так, давай, проходи. Карта прикольная. Я самый лучший кровать. Тут текстурпак, видишь, блоки немножечко по-другому выглядят. Mm-hmm. Хорошо, я тогда эту. Неплохо, да, неплохо. Да, и правда, тут так красиво. И так да, красиво, очень красиво. Я что делать? Не знаю, дышать. Да, здравствуйте, дети. Я ваша вожатая Валерия Аркадьевна. Вы попали в отряд номер 5. Здравствуйте, а я видела лес неподалеку. А можно туда сходить после обеда? Ни в коем случае. В туалет? В туалет нельзя сходить. Лес. Я видела лес неподалеку. Я думала, в туалет не разрешают сходить в лагерь. Ни в коем случае. Блин, жаль, что в лес нельзя. Ой-ой. Слушай, а может сходим туда вечером? Конечно. Давай. Только как? Еще повсюду камера. Ну, не знаю, что-нибудь придумаем. Ладно, приятно. Бендикам? Да. Она на бендикам снимает, тут еще существует, нифига себе. Так, ну где страшно. Они тут в лес пошли? Что тут? Что там в лесу будет, интересно? Блин, тебе не страшно? Давай, ты первая. Да криперы, наверное, какие-нибудь. Почему? Не знаю. Пыли. Нашли какой-то... Это уже было. Какую-то вот заброшку. Просто было тема, в той просто, серии, понимаешь... когда ребята пошли на кемпинг. Помнишь девочки? Девочки с ними, которые Винкс. Так
Так у меня, тоже, просто понимаю... Блин, что-то я пока залагала. Смотри, у меня тоже был такой сюжет в моем лагере мечты, то, что мы пошли с ребятами в заброшку. Ну, это, по-моему, стандартный ход. Понятно. В лагере пойти в заброшку, это прям классика. Нет. Так что... Ну, ладно, давай тогда найдем что-нибудь. Давай только быстрее, то вдруг то, что-то... Соня, смотрите книга. Книга? А что в ней? Сейчас прочитаю. Дневник. Интересно, чей? Что это вообще за место? Те, кто нашли этот дневник, помогите. Я держусь тут уже 2 года. Скоро придет конец. Я буду писать самое главное. Спасите, мы. Я брус. Очень смешно, Маша. Да это не шутки. На, вот, прочитай. Дай я посмотрю. Серьезно? Стоп, кто это написал? Мы должны ему помочь, кто бы это ни был. Ну, не знаю, Соня. Страшно. Ну, давай, соглашайся, мы должны ему помочь. Интересно. Надпись бандикам тоже было бы хорошо брать. Активировать бандикам. Не знаю. Маша. Не по себе. Ты слышишь? Смотри. Собака. Маша, бежим. Собака, быстрее, бежи. Быстрее, выбирайся. А все, дверь закрыта. А нет. Бежи. Все, бежим, бежим. О, небо красивое, смотри какое. Сияние. Блин, Маша, ну давай, мы должны ему помочь, пойдем. Никаких, ну давай. Короче, помогут они или нет? Все, давай, мы должны помочь. Что это? Все залагало. Соня, такой страшный сон приснился. Все началось с лагеря. Мне тоже. Стоп. А, короче, понятно. Это все был сон. Понятно. Нормально. Сюжет 3. Качество звука от меня 2. Качество картинки от меня, блин, вот если бы она не лагала, было бы все нормально. Поэтому 2. Качество картинки, да, я бы даже... Блин, вот за текстуры, за небо, да, я тоже ставлю балл, но тоже 2. Тоже слабенько, то, что очень все лагает. Невозможно смотреть просто. Качество звука тоже, наверное, ну, 3. Актерское мастерство... Ну, 3 тоже. Давайте сколько? Ну, поставь 3. Ладно. Так? Ладно. Ладно, но. Так, и остается у нас. Последний мультик. Еще 3, как бы, но. Стас, успокойся. Там. Там. Да забыл. Да все, там уже осталось. Все, вот это вот. Вот. Ты сам все видишь, как бы. Пару секундок, и все понятно уже. Все приезжаем, я звоню. Сегодня я представляю вам мой новый проект, называется «Приключения в лагере». Сериал меня вдохновился при просмотре «Лагеря мечты», сериал, который снимает пиксельный Настян. И также участвую в проекте «Настян смотрит», и это первая серия специально для этого сериала, для этого проекта. Извините за ошибся. Да. И в общем... Очень слышно мышку. Не будем, мы походим к видеоролику. Так уже опаздываю. Должен быть сегодня еще раньше, я уже чуть припадал, так вот на поворотах. О, ну видно, все к первой смене готово. Красиво все здесь. О, охрана. Стоять! Здравствуйте, господин охранник. Вот, держите путевку в лагерь. Вот я из закона. Вот путевку в лагерь. Езжайте. Ну да, закон, ладно, забирай. Спасибо. Я чеченец. Меня звать Алан. Парковаться у меня полная большая. А еще вода у меня здесь сказывается. Так, ладно, задний пункт. Держи лошадь с собой. Так, надо найти наш дом. Нам говорили, что дом-то... Блин, чувак. Вообще, если честно, ничего не понятно, что ты говоришь. Надо как-то более выразительнее говорить, членораздельно. А то ты очень бубнишь. И... Ну, Ньют, спасибо тебе огромное за участие. Много тебе подписчиков, расти, не останавливайся, продолжай снимать, вырастешь, все у тебя будет хорошо, я надеюсь. Настя, поставь за меня балл. Давай, качество картинки. Да, я думаю, я все поставлю на 2, чтобы никого не обижать. Ну тут, да, качество картинки я тоже ставлю 2, качество звука... Тоже, конечно, звучка. Звук у него нормальный, если бы какие-то другие аспекты не мешали. Если допустим, вот мышка вот эта вот тун-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 тун. Мышку сломаешь. Вот. И что еще там? Вот эти вот его... Ну, там шум какие-то сторонние, но сам микрофон нормальный.
Короче, да, поэтому от меня я ставлю вот все, двойка прям. Дам два, угу. Там два и там два. Хорошо, да. Ладно, переходим к следующему. Ребят, тут сразу же видно то, что... Как бы... Кто? Да мы играем по сети, мать вашу. Так, ты идешь сюда, нет? Дай этого, мы с ним на сервере Лима играем. Так, ты сюда идешь, нет? Вот, это нет, это нет. Чёрт, тварь. Нет, короче, нет, понятно, нет, это челик... мы смотреть не будем, здесь это... ругательство нет, какое-то. Нет, это дело не в это, понимаешь? Он, во-первых, я не хочу участвовать в конкурсе, просто хочу засветиться, он написал. Ну, чувак, ты засветился как дурачок на самом деле, ты снимаешь... У тебя есть, ну, компьютер, ты играешь с модами, я так поняла, но ты снимаешь на телефон. Молодец, засветился, я думаю, много у тебя подписчиков будет. Так, ну и последний участник. Лада и Саша. Так, ну хорошо, я сегодня, конечно, поохотилась. Теперь пора спать. Ничего не спится. У меня прям больно ушам. Да. Она вроде бы молчит, но какие-то шумы. Короче, ребят, честно скажу, я уже краем глаза смотрел, потому что это была первая работа, мне было интересно. Я скажу так, что смотреть здесь особо нечего, потому что здесь просто идет как будто выживание. Ну, ребят, ну это не комментирование, серьезно. Вот. Давай мы этот ролик не будем оценивать, просто да. Он будет. Будет и будет. Ну, да, будет итого у нас, да, 9 роликов, но я думаю, то, что победитель у нас... Все выиграли, все молодцы, но нет, надо... Конечно же, подвести итоги, я думаю, уже... Ну, тут очевидно, да. То, что очевидно, побеждает Space. Побеждает Гейнст Лагерь. Да. Гэнста победа. Гэнста выстрелом он разорвал всех. Ребят, подписывайтесь на Спейса. Классный контент. Есть чувство юмора у человека. Картинки хорошие. Картинки хорошие. Картинки хорошие. Так, ну в общем, хорошо. Спейс получает у нас 1000 рублей. Плюс, я думаю, то, что вряд ли у него есть время сниматься у меня. И, конечно же, он получает, значит, пиар в моем видео. Вот. А если есть время, почему бы и нет? Голос хороший, мне понравилось. Вряд ли у него дикция есть время, тоже. У него очень-очень много заказов, ведь он делает интро на заказ. Так, ну что ж, ребятки, спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто полностью посмотрел этот ролик. Огромнейший респект тем, кто поучаствовал. Вы все крутые, ссылочки на всех будут в описании. Вот, Space красавчик, победил. Что еще хотелось бы сказать? Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы побольше человек узнали об этом видосике. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто достоин первого места. А также не забудьте про колокольчик. Ссылка на инстаграм Стаса есть в описании, на мой инстаграм тоже, подписывайтесь. Все, ребята, ждем следующего сезона. Всем удачи, всем пока! Пока!